Всем привет! С вами Кэрол Уайт и Спектр. Не могу, это смешно, ладно. Чего? Да не, ничего. Ну, так... Чего тебе смешным показалось? Нет, давай разберемся. А, реакция сейчас у нас будет. Ты на... от темы-то не уходи. Сейчас, одну минуточку, мы вернемся. Давай выпустим, все нормально. Это просто мне смешно. Ладно, допустим. У нас реакция на G-Idol. На их... Новый клип. Да. От 5 января 2021 года, если я не ошибаюсь. Он классный. А я его не видел. Поэтому я сейчас буду проникаться, так сказать, сим творением. Да. И поможет мне в этом Кэрол Уайт. Поможешь же? Постараюсь. Спасибо. Смотри. Давай, начинаем. 12+, кстати. Тебе можно. С каким же клипом у меня ассоциируется этот видео? Я знаю. С каким? У Blackpink. Нет. Нет? Нет. Everglow. Почему-то все... Дан-дан. Тут недавно все жаловались на то, что здесь очень много локаций, которые были, ну, и в клипе Blackpink. Нет, я ни в коем случае не наезжаю, просто похоже. А вот это дерево, кстати, по-моему, у них же и было. Ну, может, не это дерево, у них было, были кадры с деревом. Ну, в общем, не суть, смотрим дальше. Под нее покрасилась, да? Нет. А может, все-таки под нее? Потому, нет, я потому просто... что она очень похожа. Я ну, просто покрасилась. Я не была с таким цветом и решила попробовать. Хорошо, поверим тебе. Прикольные зонтики, скажи, а? У них классный маникюр. Правда, не про... Нет, маникюр-то ладно, но зонтики, они, конечно, не практичные жутко, но прикольные, вот с этими висюльками. Ну, именно, я не помню, ну, слушай, в Азии у них были достаточно популярны же в свое время такие зонтики. Ну, это им положено, потому что у них климат соответствующий. Им зонтики либо от солнца, либо от дождя там. Я постоянно завидую их маникюр. У них такие классные длинные ногти. Так отрасти, кто что тебе мешает? То, что я на работе их постоянно ломаю. А ты не ломай, как тебе такой лайфхак? Так я не должен тогда работать там, чтобы не ломать их. О. Ну потому что там такая работа, что все равно все сломается. Жизнь боль, в общем, да. Да. У меня почему-то сразу три страны, Япония, Китай, Южная Корея, ассоциации вызывают. Там вот эти вот фонарики, это Китай, вот эти вот веера, может, это сочетание это Япония, идет? Ну и Корея, собственно, участники. Ну нет, у них участницы из Кореи, из Китая, я не знаю, есть ли из Японии. Возможно, это у меня воображение разыгралось, но мне так кажется, что они тут решили как бы соединить всю азиатскую культуру у себя. Почему бы и нет? Действительно, почему бы и нет? Блин, вот на льду лежать, ну ё-моё, ну это ж простудиться, расплюнуть. Смотрели фильм «Лёд», кстати? Вот там вот тоже... Классный. Ты смотрел? Да. Там тоже, помнишь, она на льду полежала, мамашка главной героини, и чем все это закончилось, собственно? Все, конечно, не так сложилось, но ладно. Ты сейчас разрушила мою теорию только что. Короче, холодно лежать на спине на льду. Мне больно от этих кадров. А сейчас Индия. Индийские танцы. Похоже же, да? Согласись. Да и не только. Наверное, у меня все-таки воображение разыгралось. Мне вообще сейчас все страны померещатся. Сейчас Россия померещится. Сейчас еще что-нибудь померещится. Египет. Вот у них участница, у него какая-то прическа очень. Кстати, да, на это я внимания не обратил. И вот это тоже, у них тоже было подобное, что все вот эти части типа согнуты. Да потому что у них все. Ну нет, ну так вообще залипательно. Я согласен.
Ну, вот эти вот намордники, как их правильно назвать, подскажи, фатаи, короче, маски вот эти, они закрывают, как в арабских странах еще. Угу. Вот, поэтому танцы похожи, почему я и сказал, ну, что ассоциации такие. И тело полностью закрыто. И тело полностью закрыто. Но лиц при этом открыто, а это не по канону уже. Но они сочетают несколько стран. Так что я говорю, возможно, они сочетают несколько стран, несколько культур различных стран. Ни хрена у нее рукава, а? Такие плечи, блин, это зачем так? Это модно. Фасон такой? Да, кстати, да, сейчас мода идет на большие вот эти. Че, серьезно? Да. Никого так не видел с такими рукавами. Ну, они не следят за модой. Беда. А мне тут недавно скинули, типа, новинки этого года. То, что сейчас в тренд входит. И ты была одежды. Крайне удивлена, увидев там подобного рода Нет. коллекцию, да? Нет. Давай смотреть дальше. Она факт показала или мне показалось? Тебе показалось. Ну почти. А. Это как Эминем, знаете, вот так вот он в факе показывал. Ну в, у нее-то в восьмой вот. Мире. Она вот показывает. Она типа вот так вот по очереди зовет. В динамике это показалось, будто она всех как бы, ну это, ну посылает на, в известном направлении. Ладно, опустим. Ну, локации-то вообще у них красивые. Как а это мишура? Зон. Сейчас они типа вот в этом кадре джунгли, я так понимаю, соображают. Угу. У них были льды. Ну, ты видел, да, вот когда они встали вот так в раз, и руки. Есть же божество с этими. Ганеша, что ли? Ага. А, ну это Индия. Типа, ты говоришь много стран, я говорю, вот тебе, пожалуйста, тоже. Ну, значит, это подтверждает мою теорию, значит, я прав. Все. Это все, что требовалось доказать. Ясно. Но все-таки ты чуть-чуть темнее, должен признаться. У нее цвет красной розы. А у тебя? А у меня гранат. Гранатовый оттенок. Хорошо, мы закрыли вопрос по волосам. Не, ну реально, у нее темнее чуть-чуть. Не, у них все почти песни отличаются вот этим восточным стилем. Звучит тоже очень прикольно. Я говорю, будто mm-hmm. реально все стили смешали. А Кьюб заявил, что это слабый у них альбом. Кьюбу, конечно, это самое. Виднее, да. Нет, не виднее. Они что? Они же лучше знают, как поступать. Так, хватит. Сейчас это просто на полчаса. B2B там все такое. Джайдл опять-таки обосрали. Нет, так. Кьюб что-то это самое. Надо будет их добавить в список и как-нибудь размотать при возможности. Лера тебя поддержит. Я, пожалуй, этим знаю. Да и ты поддержишь. Меня все поддержат. Но это классика. Не досмотреть одну секунду. У нее догорел огонь. Синий огонь в руке у нее был. Вообще очень необычно. Они реально пытались запихнуть в клип очень много всего. И, в принципе, у них получилось. Не, очень. Мне нравятся их восточные вот эти оттенки в песнях, потому что не у каждого они есть, не у каждого они уместно смотрятся. А у них прям
всегда это так гармонично. А между прочим, всем в той или иной степени положено, все-таки где живут? В Азии, значит, азиатские мотивы-то хоть сколько-нибудь должны присутствовать. Хотя, с другой стороны, у нас тоже тогда элементы всяких балаварик там должны использоваться. Очень классно все. Я не вижу смысла в том, что я вот видела очень скандалы из-за того, что типа они скопировали Blackpink, что там много очень фрагментов похожих, то, что типа и цветом волосы, и распределение партий, и там локации. Ну, знаете, многие снимают в одних и тех же локациях, клипы и ничего. Но песня-то у них своя. Песня своя. Да и локации, в принципе, может, они использовались где-то раньше, но они их переделали под себя, подогнали. То есть там, конечно, есть отголоски, опять-таки, повторюсь, Everglow, тех же Blackpink, наверное, тоже, но не прям под копирку. Но у них все равно свой стиль, свой. Прям других женских таких групп нету. Ну, девчонки, классные, советую их смотреть. Хороший альбом, даже я послушала у них другие треки из альбома, они тоже классные. Звучание, да, на уровне. По локациям, по графону вообще придраться не к чему. Клипу ну, зачет. Да. Ну, вам спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы не подписаны. Ставьте пальчики вверх. Комментарии пишите. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. И всем удачи, всем пока. На-на-на-на-на. Я сейчас буду эту песню заедать. Ты так умеешь с этой повязкой. Сейчас я дам на 9 минут. А то не так поймут еще. Это уже Эверглоу. Да, просто увидела их. Надо же проверить, как мы сидим. А сидим мы, в принципе, неплохо. Лучше отверни, я буду пялиться туда. Понятно. Представишься сам, да? Ну, допустим. У нас же каждый сам за себя. Ну, хотя упоет. О том, о чем думает. А здесь опять одетый. Как он умудрился так быстро, да? Магия монтажа. Ну, вообще прикольно.